Это было 50-летие Виктора Цоя. С Мишей поехали в Олимпийский, он отыграл концерт. Еще в гримерках появилась модная режиссерша. И, в общем, нам прибилась, мы поймали такси, она села с нами. И всю дорогу начала Мишу подначивать о том, что Миша не панк. А Миша начал кипеть, приводить какие-то доводы. Она его просто подкалывала. Я, говорит, режиссер панк, а ты не панк. Разговор не закончился, и мы ввалились в первый попавшийся ресторан, который оказался ресторан кавказской кухни. Мы забились в дальний угол, народу было немного, режиссерша его подкалывал. В итоге Миша говорит: если ты панк, можешь сделать мне миньет прямо здесь. Я испугалась, вскочила, Миша понял, что он начинает выигрывать спор, вскочил на стул, потом на стол, расстегнул рубашку на клепках черную, обнажил свои наколки. Естественно, режиссерша вылетела из этого ресторана, я побежал за ней вызвать ей машину. Когда я вернулся, стояла толпа разъяренных кавказцев, среди них Миша. В общем, мы спасались бегством, и нам могли навалять. Было весело.